Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Այս ընթացքում մենք փորձում ենք օնլայն տեսակապով հարցազրույցներ վերցնել ոչ միայն այստեղի տեղացի փորձագետներից, այլ նաև ներգրավում ենք տարբեր երկրներ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի փորձագետները։ Այս պահին կզրուցենք ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի հետ։ Добрый день, вы в эфире. Как слышно? Okay. Yes, прекрасно слышу. В ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабную военную операцию, в основном с использованием артиллерии и беспилотников вдоль азербайджано-армянской границы. С чем связано вот это данное обострение? Почему именно сейчас? Ну, честно говоря, я вам так не скажу, потому что я там, что называется, не был, и независимой информации нет, потому что, к сожалению, на границе нету, похоже, независимых наблюдателей, которые могли бы дать оценку, кто там первый выстрелил. Но это, с другой стороны, понятно, что это демонстрация Азербайджаном своего военно-технического превосходства, которое никуда не делось после окончания Второй Карабахской войны. У них есть возможности с помощью беспилотников, которые дают информацию, GPS, точные координаты цели, наносить очень высокоточные удары артиллерии, и что они это могут. И что Армения уступает им не только в численности и мощности, но и Извините, в качественном. Извините, господин Фелгенгауэр, что я вас прерываю, не видите вы ли тут противоречия? Вы только что сказали, что у вас нет объективной информации, кто первым начал, но в то же время подтвердили, что это демонстрация мощи со стороны вооруженных сил Азербайджана в очередной раз. То есть мы фиксируем тот факт, что у Азербайджана военная мощь, а Армении нет. С чего это вдруг Армения начала бы вот именно вот такое наступление в сторону противника, который имеет более высокоточные военное оборудование и постоянно обновляет свой военный потенциал, в отличие от Армении? Ну, опять же, я не знаю, кто там это первый выстрелил, это, в общем, в действительности не важно. Это можно было бы быстрее свернуть. Да сейчас, в общем, скорее всего, это не какая-то решительная операция, это такая вот, что называется, перестрелка без большого передвижения. Но это демонстрация, объективно так получилось, что это демонстрация возможностей азербайджанской армии, что у нее никуда, их технологическое превосходство над Арменией никуда не делось за последние годы, после окончания Второй Карабахской войны. Ну и потом, вполне возможно, это и в первую очередь политическая вещь, поскольку меняется вообще соотношение сил в Закавказье и общий можно сказать, стратегический расклад в Закавказье. Поскольку из-за специальной военной операции России в Украине, у России особых возможностей в Закавказье все меньше и меньше. А значит, если влияние России уменьшается объективно, во всяком случае временно уж точно, а может быть и надолго, это место не остается пустым, его заполняют другие. В данном случае Азербайджан, по-видимому, опираясь на союз близкий с Турцией, доказывает, что они доминирующая сила в Закавказье сейчас. Угу. И это, конечно, очень важно, поскольку это важный сигнал, который посылают всем, кто участвует, как бы находится в Закавказье, что вот Азербайджан доминирует, у них лучшие вооруженные силы в регионе. И России им все меньше указ, поскольку российское влияние явно снижается. А как вы оцениваете ответные сигналы вот на этот азербайджанский посыл о приоритете и превосходстве в регионе? Армения решила обратиться в ОДКБ, Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана. И чего ждать именно вот с этой стороны?
И вообще, как вы оцениваете все те заявления со стороны разных силовых центров, которые прозвучали в это время? Ну, на ДКБ вроде бы уже сказал, что ничего делать не будет. Это они объективно ничего сделать не могут. Ну, то есть ни Белоруссия, там, я не знаю, ни Казахстан, ни Киргизия помочь Армении никак не могут, а России, в общем, нет лишних сил. Может быть, есть на море, там, в Черном и в Каспийском бассейне есть какие-то силы, которые сейчас не используются впрямую в специальной военной операции, а вот с армейских сил совсем лишних нет. Но так что Россия будет как-то стараться, ну, во-первых, чтобы это по возможности погасить, да и то министр иностранных дел России не полетел там в Баку, в Ереван, челночную дипломатию остановить конфликт. Он поехал в Нью-Йорк, потому что России сейчас другие приоритеты. Армения, Ереван обратился вот к Парижу, к президенту Макрону. Макрон призвал провести заседание Совета Безопасности, которое, наверное, пройдет, которое призовет обе стороны прекратить огонь. И это тоже, в общем, все, что может произойти, потому что Франция, нет возможности как-либо всерьез вмешиваться в этот конфликт. У России там, в общем, есть вооруженные силы. Они там есть и в Карабахе, они есть и в Армении. Но возможности очень ограничены. Резервы все в другом месте уже используются. У Франции возможностей особых нет. Значит, остается, США. Блинкин призвал Алиева прекратить военные действия и заявил, что США Прекратить военные действия все будут призывать. Но так заявил о содействии Пашиняну США в процессе урегулирования конфликта и прекращения огня. У США есть... Все будут призывать желание к прекращению военных действий. Но за этим пока ничего особенно больше не стоит. Вводить, скажем, санкции против Азербайджана, может быть, в Конгрессе кто-нибудь об этом что-то и скажет, но я не думаю, что администрация Байдена сейчас тоже будет этим заниматься, потому что у них другие приоритеты. Они не захотят ссориться ни с Турцией из-за этого, когда у них такое противостояние сейчас и сразу и с Китаем, и сразу с... Возможностей для этого просто нет. То есть получается, так что коллективный Запад согласен с той ситуацией, с той заявкой, которую предъявляют Турция и Азербайджан на Южный Кавказ? Получается так? Ну, они пока как бы об этом впрямую, там, они же не идут, там, не знаю, походом на оккупировать Ереван. Пока что. Но в нынешней ситуации все будут призывать к прекращению огня, к сохранению статус-кво. Вмешиваться никто сейчас особенно не будет, и возможностей нету. Возможности какие-то есть у Турции, серьезные довольно. Есть возможности у Ирана. Но будет ли Иран сейчас этим в это вмешиваться, трудно сказать. Но от Запада пока Армении ждать прямого какого-то серьезного вмешательства, даже хотя бы введения санкций, не говоря уже о какой-то там, я не знаю, военной поддержке, послать там вооружения какие-то, я не знаю, как в Украину, там, хаймарсы какие-нибудь в Армению, ну не пошлют они это. Никто не пошлет сейчас Армении. Ничего. Армения осталась, по сути, изолированной, однако. Такая вот печальная сейчас ситуация. А что произойдет, если Армения заявит о том, что хочет выйти из ОДКБ? Что это изменит? И какие риски это содержит? И бенефиты? Ну, Армении выходить из ОДКБ как-то бессмысленно сейчас. Потому что ОДКБ, как говорится, их не очень прикрывает от дождя. Но и оно, а без него лучше-то ведь не станет.
в особенности. Вот. Армении близкие связи с Ираном, и торговые в том числе. В Армении связи с Россией, то есть для Запада, особенно для США, Армения токсична. Поэтому. У России сейчас, в общем, совершенно не до того. За Кавказье лучше оставить пока сейчас вообще туда не вмешиваться, поскольку нету все возможности России задействованы в другом месте, влияние России слабеет. А что будет дальше вообще, если ситуация на Украине будет для России становиться только хуже? Возможно, как в России просто на какое-то время может из-за Кавказья не совсем уйти, то как-то отвернуться от него, когда, опять же, не до того. В Армении очень сложная ситуация, придется как-то очень умно маневрировать. Выходить из ОДКБ большой пользы не принесет, потому что это обидит Россию, но из этого не последует, что Армения попадет в объятия США. И они начнут там посылать современные вооружения. А что принесет пользу? Вот вы сказали умно маневрировать. Умно маневрировать. Но что принесет пользу в данной ситуации для Армении, когда она осталась? Ну, сохранить хотя бы то, что осталось от армянского государства. Угу. И постараться все-таки сохранить какое-то армянское население в Арцахе. Угу. Еще непонятно, получится это или нет. Ну, надо как-то стараться, потому что силовым путем это сделать нельзя. Вмешиваться сейчас никто особенно не будет на армянской стороне. Ну, Россия, да, может там оказать какое-то давление на Азербайджан. Но тоже, насколько она будет его оказывать, Европе нужен азербайджанский газ в нынешней ситуации, очень нужен. Я не вижу сейчас оснований, чтобы кто-нибудь так вот всерьез за Армению вступился. Хотя все будут говорить, что да, надо прекратить огонь, что это все очень плохо, что это нехорошо. Но ссылаться на то, что точно не знаем, кто там в чем виноват, и поэтому призывы будут носить характер общий, что надо жить дружно и мириться. И это как раз демонстрирует Баку. Он демонстрирует Армении ее слабость и ее одиночество. Спасибо за интервью, господин Фельгенгауэр. Мы будем периодически на связи, постараемся также прокомментировать. Спасибо. Հիշեցնեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցեցինք Ռուսաստանի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուրի հետ.